Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда 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 Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Ванам Манухар Ванча Калпатару Васча Кепа Синд Бевача Патитанам Павуне Бхавишна Бибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вача Ланг Пангум Ланг Хайтагирам Яд Кипатам Ханг Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттама Девин Сварасватин Весам Тато Джайо Дире Санкиртане Кришна Катхопадеши Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхайям Сада Паривабхагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сивабхиранчанутам Сараньям Бхитатихам Панутопал Бхавадибутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Яд Пада Паллаванака Чандамани Чатая Бисфуржи Такима Пикапападушва Дарши Пурна Нурагара Сасагара Сарамурти Сарадика Майкада Кипам Каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канука бодату, Сангитанай капитару камала ятакшу, Вишам бару дижавару джугодхарма палу, Банде Джагат Приякару Каруна Патару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава пад панкаджам сура сурайр бандито дибарупам буктин чамуктин чадада синитам бхаван рупе насада наранам ганга таранга рамани аджата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманга мада пухарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги шаджушва бадани Лакшмир жасача бхакшаши Ясьясти хиде самби пам нишинга махам бхаджи Харе Кришна
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Nasta dharme na basani chai naiva kama bhogi, jat jat bhavyam bhavatu bhagavan. Purvakaramanurupam etat partham mam bahumatam janma janmantariyopi tat padam bhojaruho jugogata nischala bhakti rastu naham bandi tava charanayor dandamadand heta kumbipakam gurumapi hari narakam napanetum Рамья Рама Мидутану Лата Нандани Навинантум Бхаве 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 Хидая Бхавани Бхавиям Бхавантам Наста Дхарме На Басаничай Наива Кам Бхоге Джаджад Бхавьям Бхавату Бхагаван Пурвакарман Рупам Этат партам мама бхуматам жанма жанмантарепи тат падам бурухо жугагата нисчала бхакти расту нахам банде тава чаранайор дандам адандхетаха кумби бакам гурумапин хари наракам напанетум рамья рама мидутану лата нандане навирантум Бхаве Бхаве Хидая Бхавани Бхавиям Бхавантам. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, если кто-то обретет хотя бы немного вкуса Кананья Баджана, нет никакой вероятности, что он падет. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, если кто-то обрел истинный вкус к Ананья Баджана, он не сможет оставить этот баджан. Шлока, с которой я начал, очень важна. В ней говорится о сильном желании одного прекрасного преданного Раджа Кулашекера. Кулашекхара. Он молится Верховному Господу. У меня нет веры в обычную дхарму. Люди, которые следуют мирской карме, дхарме, у меня нет никакой веры в них и в такую дхарму. Потому что я знаю, что жизнь очень нестабильная. И, то есть жизнь мимолетная. В любой момент я могу оставить, и она может прерваться. У меня нет желания наслаждаться. Этот материальный мир, у меня нет никакого вкуса к этому материальному миру и никакой веры. В соответствии с моей кармой все произойдет так, как должно произойти. У меня нет никаких переживаний по поводу этого. В соответствии с моей пурва-кармой, с предыдущей кармой, пусть произойдет то, что должно произойти. Меня это нисколько не волнует.
У меня есть лишь одна молитва к твоим лотосным стопам, о Прабху. Жизнь до жизни. У меня лишь... Я хочу, чтобы у меня было одно желание. Чтобы эта молитва была моей единственной. Чтобы я смог обрести бхакти, такое сильное, сильное преданное настроение. Я хочу взрастить к твоим лотосным стопам. Это моя единственная молитва. Прабху, поверь мне. Поверь мне, Прабху. Я не собираюсь совершать баджан твоим лотосным стопам только лишь потому, что я хочу избавиться от проблем. Нет, это не так. Не потому, что из-за каких-то проблем я поклоняюсь тебе. Для того, чтобы избавиться от них. Также будь уверен, что я не собираюсь поклоняться твоим лотосным стопам для того, чтобы освободиться от различных проявлений ада, опасного ада. Я не молюсь твоим лотосным стопам для того, чтобы спасти себя от ада. Все, что должно произойти в соответствии с моей кармой, пусть так и произойдет. Также у меня нет никакого желания наслаждаться с прекрасными женщинами. В прекрасной атмосфере, в прекрасных садах. Я не хочу этого. Не хочу наслаждений. С прекрасным противоположным полом. Единственная молитва, которую я хочу, чтобы осталась у меня, чтобы в моем сердце приходили разные бхавы, и я хочу постоянно испытывать новую и новую бхаву к тебе. Прабхупад говорит, Чайтанья Махапрабху учит нас тому же. Субтитры создавал DimaTorzok.
Мы не должны молиться о богатстве, деньгах, образовании и так далее. Все это нам не нужно. Прабхупад говорит, если кто-то обрел истинный, подлинный вкус к Ананья-бхаджану, он не может забыть об Ананья-бхаджане. Ему невозможно забыть, для такого человека невозможно забыть Господа. Главный момент в этом, что необходимо обрести вкус только лишь по милости чистых гуру и вайшнавов, тех, кто проливает беспричинную милость на нас. Они расики, подлинные расики. Если есть какое-то осквернение джарарасы и апракритарасы, в таком случае мы сахаджии. Материалисты не понимают, что они вовлечены в материальные наслаждения, а чистые преданные ясно понимают, что такое апракритараса и что такое пракритараса. Они очень ясно все видят, но сахаджии не понимают этого, не видят этой разницы. Как говорит Прабхупад, в соответствии с Упанишадами, наша концепция такова. Мы бесконечно малые частицы, и мы не есть это тело, и мы никак не связаны с тем, что связано с нашим телом. Мы относимся к категории чит. Мы обладаем естественной бхавой к наслаждениям с Кришной, свободу выбора. Мы обладаем естественной бхавой к наслаждениям, свободы выбора. Кришна наблюдает за дживами, но не оказывает никакого давления. Если это необходимо, таково конституциональное положение. Как вчера я говорил, если у джива есть какие-то материальные интересы в обусловленном состоянии, она может думать, что у нее якобы есть связь с Анантадевом, что я могу чувства мои, я могу привлечь. Простите, я ошиблась. Если джива чувствует, что есть у нее связь с Анантадевом, и что она может пригласить его в свое сердце, тогда это очень хорошо. Но обычные дживы, это редкое явление, обычные дживы заблуждаются по поводу этого, по поводу сиддханты. Прабхупад говорит, школа преданности веданта, школа веданты и школа веданты, их суждения различаются. Бесконечность.
бесконечно малый, и бесконечность — это абсолютно разные понятия. Крошечность и бесконечность — противоположные вещи. И в этом материальном мире по своему собственному желанию никто не сможет достигнуть Господа. Это невозможно. Только лишь по милости Анантадева мы сможем обрести подобный шанс. Для того, чтобы шанс, который позволит нам открыть свое сердце, чтобы Анантадев пришел в наше сердце и воссел там. Люди сконцентрированы на себе. Они не могут сосредоточить свою жизнь на Анантадеве, они не могут центр своей жизни перенести на Анантадева. Как это возможно? Как для нас возможно совершать? Как джива, обусловленная душа, может прийти в соприкосновение с Господом, с Анантадевой? Это абсолютно невозможно для нее. Тем не менее, мы теплим надежду. Прабхупад говорит, что если мы сможем развить тринадабибхаву, настроение смирения, смиренное поведение, как я уже много раз говорил о том, что говорит Прабхупад, для Радханугати тринадабибхава естественно. Махапрабху указывает нам на этот путь. Показывает нам этот путь. Мы не можем следовать какому-то другому, противоположному пути. По милости Гауранги Махапрабху и чистых возвышенных преданных, которые являются Рупану Гаруганугами, они обладают силой, чтобы очистить нас. Но они не могут сделать этого из-за того, что мы не предаемся их лотосным стопам. Прабхупад говорит, как солнечный свет. Возможно, вы видели, как солнце очищает все. Когда оно светит долго, солнечный свет очень силен, и оно может, когда оно раскаляет все вокруг, оно очищает оскверненные места. Итак, мы заняты материальными вещами. В то же самое время мы заинтересованы в том, чтобы совершать Рупануга Баджан. Это противоположные вещи. Я занят материальными вещами, всем, что связано с телом, с моим положением. В то же самое время я хочу всем представить себя как Рупануга преданного. То есть я называю себя Рупануга преданной. В таком случае невозможно для нас совершать этот Рупануга Баджан. Мы должны будем разрушить наши неправильные понимания. Мы должны будем избавиться от них. Наша материальная ананда, желание наслаждаться, порой материальная ананда может прийти различными путями. Иногда как вивекананда, но это джара вивекананда, то есть материальная. Прабхупад говорит, мы хотим достигнуть трансцендентную апракрита Вивекананду. С помощью трансцендентного даршана мы сможем разрушить джара Вивекананду, то есть материальную Вивекананду. Трансцендентная
Вивек, сознание Апракрита. Полностью различны друг от друга. По милости Сударшана, мы можем развить наш сил нашего видения, даршана, по милости лотосных стоп Рупы Госвамипада. Если мы сможем обрести хотя бы пылинку своего лотосных стоп, мы забудем о своей уродливой сварупе нынешней. Мы обретем истинную сварупу. Бхактивинода Тхакур пишет: Сарвавибхранам Вималарасабхагам Курути. Пока мы не сможем осознать нашу истинную сварупу, мы не сможем понять наши взаимоотношения с Бхагаваном, Гуру и Вайшнавами. Необходимо удалить нашу Джара Вивекананду. Сахаджи не могут определить, в чем их ошибка. Они не понимают, что они делают неправильно. Если вы сможете обрести крипу Рупананга преданных, вы поймете совершенство их мышления, их чувства, насколько высоки их концепции. Материальные люди смотрят материальными глазами на красоту Рупы Госвамипада. Только лишь по милости Садгуру мы можем обрести дивья чакшу, чтобы возможность видеть все, как оно есть. Прабхупад говорит, что Гурупада Падма — трансцендентный проводник, с помощью которого мы можем видеть все. При условии, что мы получаем полную милость Гуру, по милости совершенной Гуру Крипы, милости Шигуру, мы обретем Дивья Чакшу, трансцендентные глаза, с помощью которых мы сможем видеть, о, это Вриндаван, Лила Кшетра и так далее. Тогда мы сможем понять. Без такого трансцендентного даршана мы увидим, что положение, нынешнее положение Святхамы очень плохое, там всюду испражнения, все и так далее, нечистые вещи. Не будем иначе видеть, что Вриндаван полон обезьян, повсюду испражнения там. Но под руководством Рупы Госвамипада как
мы сможем понять, мы сможем увидеть. Народ Мудас Такур плачет, когда я смогу обрести, как мы можем гармонизировать себя с лотосными стопами Гуру Пада Падмы, как мы можем предаться им. Мы можем петь. Но когда мы по-настоящему предадимся, как мы, когда мы приведем себя в гармонию с Гуру Пада Падмой, в таком случае автоматически произойдет гармонизация с Бхагаваном. Мы привыкли обманывать, можем обманывать. Что говорится в шастрах? При помощи читания Чаритамриты то есть мы не можем перестать говорить абсолютную истину. Это наставление Гуру Пада Падмы, наставление Прабхупады. Но кто-то вырывает из контекста, читая Чаритамриту, какие-то слова и говорит, что якобы это не так, пытается доказать противоположное. Прабхупад говорит, что мы должны следовать Гуранге Махапрабху, мы должны принять Сидданта Вичар Чайтанья Махапрабху. Мы должны жить в соответствии с желанием Гуранге Махапрабху, не в соответствии с нашим желанием. Мы не хотим следовать Ачайтанья Харикатхе, тому, что не на, что идет в разрез с учением Чайтанья Махапрабху. Нам необходимо следовать истинной Абхидхе Татве под руководством Ачарьи Рупы Госвами Пада. В конце концов, когда мы достигнем успеха, мы обретем прайоджану, то, что нам необходимо, прему. Абхидхе, Бхакти, Прайоджан, прямо это предание — это юкта вайрагья. Предание означает юкта вайрагья. Прабхупад очень часто цитировал этот стих. Когда кто-то проявляет сильное отречение, говорит, что я ненавижу, например, всех матаджи, Прабхупад объясняет, что это слабость, имеется в виду, это пассивная кама. Активная кама опасна, но пассивная еще более опасна. Преданные хотят постоянно следовать юкта вайрагья. Прабхупад говорит, что привязанность — это юкта вайрагья. Юкта вайрагья — это видья, не авидья. Если мы сгармонизировали себя с Бхагаваном, Намом, Дхамой, преданными, пришли в гармонизацию, в таком случае если мы не привели себя в гармонизацию с Гуру Вайшнавами, Бхагаваном, в таком случае
Если мы не привели себя в гармонии с Бхагаваном, Намадхама, преданными, 100% мы станем либо бхоги, либо материальными наслажденцами, либо мы взрастим сухую вайрагию, сухое отречение. Прабхупад очень часто говорил эти слова. У нас нет ни к чему привязанности, мы не хотим ничто ненавидеть. Все, что я вижу, все это атрибуты поклонения Шри Кришне. Все это то есть многие неправильно понимают, что такое юкта вайраги. Они думают, что отречение. Они понимают, что такое отречение, что такое наслаждение, но не понимают, что такое юкта вайраги. Мы не можем, прикрываясь юкта вайраги, запрыгнуть в океан наслаждений. Что происходит повсюду сейчас? То, что делал Прабхупад, мы не можем повторять. То, что делал Бхактисиддханта Тхакур, мы также не имеем права повторять. Для нас это невозможно. Под именем юкта вайраги делается. Разные нехорошие дела. Если, прикрываясь ими, вы собираете деньги, положение и пользуетесь этим, вы, ваша судьба страшна. То есть вам придется заплатить за это. Прабхупад говорит, пока я живу в этом мире, я не хочу даже смотреть в лицо таких личностей, таких людей. До конца своих дней я не хочу видеть их лица. Потому что они пашанды бессердечные. Если даже копейку, которая принадлежит Гуру и Вайшнавам, я использую на себя, мне придется заплатить за это. Поэтому необходимо быть очень внимательным и осторожным. Очень часто Прабхупад цитировал этот стих. Если вы что бы то ни было, что бы то ни было в избытке, всегда плохо. В чрезмерном количестве. То все, что нам необходимо для жизни, для преданной жизни. Тело, ум. Все мы должны предать лотосным стопам Господа. Ничего не остается у нас, что мы могли бы назвать своим. Итак, то, что необходимо мне для того, чтобы жить, для жизни, в соответствии с концепцией юкта вайраги, я могу это принять. Если я чрезмерно ограничиваю себя в вещах, которые необходимы для меня для жизни, это приведет к сухой вайраге, сухому отречению. Материалисты говорят, что ограничение наших нужд может помочь нам продвинуться на пути вайраги. Но мы в этом нисколько не заинтересованы. Материалистичные вайраги утверждают, делают это утверждение.
Мы говорим о Юкта Вайраге, который является Гауранга Махапрабху. В полной гармонии мы сможем в таком случае продвигаться на нашем пути нашего баджана. Как я уже говорил, все, что у вас есть, даже если у вас есть наслажденческое настроение, все это должно быть позитивным путем задействовано в Кришна-баджане. Если у вас есть стремление наслаждаться, это тоже хорошо, но эти наслаждения должны быть благоприятны для Кришна-баджана. Как я уже объяснял, когда Рада и Кришна довольны, мы автоматически будем испытывать счастье. Шлока, сказанная Шрила Вишванат Чакравартипадом, он объясняет Гурваштакам. Когда Гуру Пада Падма может дать так много разных вещей преданным, он может раздавать преданным разные вещи, он очень доволен. Наслаждение — это не даст удовлетворение. Мы думаем неправильно, что наслаждение — это удовлетворение. Но я сам видел на примере жизни Гуру Пада Падмы и других преданных. Я видел это, что как только к ним что-то приходит, они раздают и получают от этого удовольствие. Что это за удовольствие? Мы не можем описать его. Когда они распространяют различные прекрасные вещи, они испытывают удовлетворение в сердце. Вы можете думать, что такого не может быть, и так далее. Но вы говорите, опираясь на свои стандарты. Даже в материальном мире мы слышали о царе Харшавардхана, тот, кто взращивает свое любовное настроение. Он посещал мало, различные мэлы, такие как Кубхамелы и так далее. И там он раздавал пожертвования. Даже свои собственные одежды, в которых он приезжал, он все раздавал. И маленьким кусочком ткани он закрывал бедра и продолжал раздавать. В материальном мире, когда я был ребенком, я читал эту историю. И был поражен. Он оставил все. И он раздал все и вернулся в королевство почти голым. Если такое возможно в материальном мире, почему же мы не можем поверить в трансцендентных гуру и вайшнавов? Они распространяют свои чувства. Они никогда не думают о личных наслаждениях. Таково настроение, но мы сейчас не можем поверить, как это вообще возможно. Также вы знаете Вилапа Кусуманджари дал нам советы. Прабхупад дал наставление Бона Госвами Махарадж, что тот должен следовать этим особым книгам. Что говорить о Сидар Госвами Махараджа? Он наслаждался полной милостью Шилы Прабхупады.
Поэтому Прабхупад говорит, что я хочу слышать этот киртан из его уст. Прабхупад хотел слышать этот киртан Шри Рупа Манджари Пада. Те, кто думает, что лотосные стопы Рупы Госвами Пада — наше единственное богатство, могут воспевать этот киртан. В противном случае они лицемеры. Единственное богатство, которым мы обладаем, мы очень богатые гаудии. Почему? Потому что мы наслаждаемся полной милостью Рупы Госвами Пада. Прабхупад говорит, Шри Рупа Манджари Пада, раса татва, может быть, очень легко понято теми, кто исповедует это настроение, те, кто поддерживает это настроение, обладает этим настроением, что единственная наша ценность — это лотосные стопы Рупы Госвами Пада. Годья преданные очень удачливые. Они имеют шанс, если они не принимают этого, это их неудача. Рупа Госвами Пада плачет и пишет, говорит. Юкта вайрагья. И те, кто следует юкта вайраги, могут понять раса татву. Другие люди не могут. Поэтому Рагхунат Дас Гасай говорит, океан милости Санатана Госвами постоянно плачет, видя наше болезненное состояние, состояние таких обусловленных душ, как я, говорит Рагхунат Дас Госвами. И Санатан Прабху силой дает нам, говорит, попробуйте, но мы отказываемся. Когда я испытаю этот вкус, я не смогу больше жить без этого. Я слеп. Никогда не хотел принять этого. Но по милости беспричинной Санатана Госвами Пада, который вечно сострадает падшим душам, таким как я, он хотел наделить меня этим, поэтому сегодня я испытываю кое-какие чувства. То есть какие-то чувства присущи мне на сегодняшний день. И Прабхупад говорит, что это описание истинного пути Рагануга, Рупануга Баджана. Если мы поймем эту шлоку, мы поймем, что такое Рупануга Баджана 100%. Если Прабху не будет обращать на меня внимание, прогонит меня или обнимет, так или иначе, я не оставлю его. Все, что угодно Прабху может делать со мной. Из-за своей Капатабавы. Бхагаван может все, что угодно делать со мной, потому что только лишь Кришна обладает правом на лицемерие. Лицемерие, которое присуще обусловленным душам, очень опасно. Очень опасно. Но лицемерие порой
присущи Бхагавану. Порой гуру и вайшнавы выражают это внешнюю декорацию Рупануга преданных, как Радхарани применяет лицемерие в отношениях Джатилы и Кутилы. Но любое их проявление лицемерия для служения, ради служения лотосным стопам Шри Говинды. Итак, преданные не должны забывать эту шлоку, говорит Прабхупад. Мы не должны забывать об этой шлоке. Шлока это очень важна. Это наше главное вдохновение. Мы не должны забывать об этом любой ценой. Вчера я говорил, что преданные, которые игнорируют настроение садхана бхакти, истинная сварупа бхава, чистый гуру вайшнава, когда мы можем лицезреть это служение. Как вы помните, Чайтанья Чаритамрита Радхарани выражает свое чувство боли по отношению к Кришне. Если мое тело и материальный ум никак не связаны, то есть если у меня нет связи с материальным телом, то что может стать препятствием для него или ее? Радхарани говорит, мы в океане разлуки. Мы в океане боли от разлуки, в океане вирахи. А те, кто крокодилы и так далее, в океане опыта боли от разлуки. Кама тимингилы, то есть тимингилы, огромные рыбы. Тимингилы тот, кто, те, кто такие огромные создания, живущие в океане. О, Прабху Гопинат, постарайся спасти нас из океана боли, болезненного состояния. Вчера я говорил, что Сварупа Лакшан, Нитья-Сидда Махатмы, это Анукулина Кришна Анушила нам. Необходимо постоянно совершать благоприятное служение под руководством Шримати Радхарани. Что же может удовлетворить Шри Кришну на 100%? Если мы будем идти по пути данному Шримати Радхарани, на пути Садхана Бхакти, если мы будем хитрить, проявлять лицемерие, мы не сможем сфокусироваться.
время от времени мы не сможем сконцентрироваться на одной цели. Если мы сможем сконцентрироваться на цели, любые проблемы, которые будут приходить на пути нашего бхаджана, мы сможем преодолеть их, мы не сможем оставить наш бхаджан. В таком случае садхана бхакти увенчается успехом. Полное почтение Шаутапанта, лотосным стопам Гуру Вайшнава, в том пути, который они даруют нам, указывают нам. И в этом заключается успех нашей садхана бхакти. Если же есть какой-то недостаток, сарупа бхакти никогда не увенчается успехом. Те, кто говорят, что вот это наша цель, но в действительности это их, совсем не их цель. Если у вас чистая цель ваша, то почему вы не следуете должным образом Шаутапантхе пути Шаутапантха? Так называемые преданные жизнь за жизнью совершают шраваны киртан. Тем не менее, они не могут обрести возможность обрести Кришна Прямандан. Видим, Марк не имеет никаких противоречий с Рагамаргой. Рагамаргом. Видя Марг помогает нам обрести жизнь Рагамарга. Видя Марг нисколько не против. Кто-то хочет доказать это, кто-то пытался доказать, но что это противоположные вещи, но Бхактисиддханта Такур объясняет, что Рагананга Бхаджанта Антаранга Садан обрести качество. То есть, внешне мы должны следовать Веди Маргу. Если мы будем закроем на него глаза, жизнь наша будет кончена на середине. Бхактисиддханта Такур говорит об этом. Мы не можем понять, что также вчера рассказывал о том, что такое жажда, жадность в отношении нашей цели. Как вы разовьете такое сильное желание и жажду? Жадность. Вади Марк не поможет вам в этом, но так или иначе, если вы разовьете себе это сильное жажда, сильное желание, жадность, в таком случае, прежде всего, необходимо понять шастра-вичар и так далее. Все это не поможет вам, потому что необходимо зависеть лишь от того, прежде всего, необходимо понять, что рационализм не поможет вам. Все зависит от того, насколько вы хотите, насколько сильно вы хотите достигнуть этой бхавы, обрести эту бхаву. То есть не должно быть никакого лицемерия. Кто-то может думать так, что вот услышал кто-то харикатху, и у него появилось желание, но это еще не жажда, не жадность к этому. Необходимо взрастить лобху. Шастры. То есть в соответствии со своими предыдущими самскарами вы можете взрастить это благодаря общению благодаря харикатхе, гуру и вайшнавам.
Шастры не ответственны за это, но когда вы взрастите эту жажду, эту жадность, вы обретете подтверждение. Вы должны подтвердить, что ваша концепция правильна, что вы движетесь в правильном направлении. Необходимо проконсультироваться со старшими гуру вайшнавами, они помогут вам, и в таком случае вы сможете изучать возвышенные книги под руководством гуру вайшнавов для того, чтобы научиться процессу рагабаджана. Но прежде чем взрасти такую жадность, Вайди-марг, шастры не помогут вам в этом. Но когда у вас появится... То есть необходимо все подтверждать у гуру вайшнава для того, чтобы понять, истина это или нет. Истинно чувство это или нет. Итак, главная причина... То есть лоба. Мы должны понимать, что такое лоба, очень ясно понимать, что такое лобха. В противном случае мы вновь будем погружены в замешательство. Но для Шрилы Гуру Кришнадас Бабаджи Махараджа нет никакого... То есть, если сердце ваше чисто, нет никакого лицемерия в сердце, автоматически вы поймете учение Гауранги. Вы не будете двигаться в неправильном направлении. Итак, необходимо правильное направление. Мы знаем, что обусловленные души обладают четырьмя видами несовершенств. Вы уже знаете об этом, как я думаю, что вы знаете об этом. Брама — это замешательство. Випралипса. Сейчас я хочу поговорить об этом, потому что это очень важно. Это тенденция самообмана. Випралипса, желание обманывать других, но в том числе и самого себя. Випралипса вас, который находится внутри вас, направлена также и на самообман. Это очень опасно. Если вы в один день почувствуете, что вы должны совершать рупанога, рагануга, баджан, вы можете думать, что это жадность, но в действительности это не так. Это ваша прихоть, ваше желание прихотливое. Я видел, как подобные, как сахаджи, они одеваются, рядятся в матаджи. Я думал, какие глупцы. Они не могут даже должным образом поддерживать чистоту их кровати. Те, кто поддерживает чистоту сна, то есть они не могут поддерживать даже чистоту своей кровати. У них столько камы, и они собираются провозглашать себя раганугами. Но кто даст им руководство, они должны быть тяжело наказаны, строго наказаны. Нет у них никакого понимания вещей, ясного понимания. Итак, необходимо понимать, что такое жажда, о которой тут идет речь. Из-за випралимсы мы можем, из-за тенденции випралимсы мы можем обмануть самих себя и пойти в неправильном направлении. Вымышленные идеи. Люди в обусловленном состоянии, погружены в мирские измышления, измышленные
вымышленные идеи. Если вы обладаете утсахой, вдохновением, утсаха не означает жадность. Утсаха еще не значит жадность. Вишна Чакрати Пад отписывает много вещей. Гьянтарала, Вьюдавикалпа, Вишая Сангара. Давно, я думаю, что я уже говорил об этом. Садака может быть погружен в очень болезненную ситуацию. Никто не хочет понять. То есть необходимо организовать такое место, где бы мы могли постоянно проводить обсуждение Харикатхи. Если как минимум один, несколько преданных поймут, о чем идет речь, то есть что-то лучше, чем ничего. Вишна Чакрати Пад написал много всего. Я сам видел. Однажды я был на Харикатхе кое-где, и один профессор, внешне он был профессором, но внутренне он был преданным. Он... Это было уже давно. Я видел, как сахаджия... Это было в храме Радрамана. Сахаджия сидел на троне, на стуле и постоянно проливал слезы перед фотографией. В конце концов оказалось, что он Сахаджия. То есть он как спектакль устраивал со слезами, что якобы у него в сердце так много премы. Вишнак Чакрати Пад говорит. Вы знаете, что такое пратибимба? Когда вы смотрите на свое отражение в зеркале, это не настоящая картинка, это ложное отражение вас. Пратибимба. Поэтому можно ошибочно подумать, что вы уже готовы встать на путь Раганук, зайти на платформу Раганук. Выслушав, то есть мы должны следовать постепенному процессу. По пути этого постепенного продвижения, в конце концов, вы достигнете цели Кришна-према. И, конечно, вы должны будете принять ее. Нитья-ситха Кришна-према. На пути садхана бхакти, шуддха пьюр расик, шуддха бхакта санге, браджаваси, апракита браджаваси, their Krishna prema madhurya, on hearing, слушая Кришна Према Мадхури, то есть слушая о лилах Господа на вашем сердце, на вашем чистом сердце, если оно чисто, отразится это, произойдут реакции, которые очищены Вайди Маргом. Сердце должно быть очищено благодаря следованию пути Вайди. Благодаря регулируемому преданному служению. И лоба это нити сидабав. Секретным образом она находится на двери. Yeah.
То есть бхава может быть сравнена с искрой. Итак, лобха. So this kind of greed, which is just going to set in fire, такая жадность, которая подобна огню. And that lobha is Krishna Anurag Jatiyo. It is in the category of Krishna Anurag. It is just like Krishna Anurag. So it is a lobha подобна Krishna Anurag. When you can get, automatically you can run forward. But before attaining this aprakrita lobha, прежде чем обрести апракрита лобу, если кто-то будет следовать процессу сахаджи, как вы сможете принять, что в действительности это лобха, истинная лобха за пределами вашего... То есть материальный ум, их директора, их направляющие, они думают, что я могу начать рупанага баджан, но это глупость. Прежде, как я говорил, Кришна према откроется в вашем сердце. Но не должно быть никаких измышлений. Итак, лобха очень важна. Это не какие-то умственные измышления, они истинные. И каков же симптом лобхи? Как я могу понять, что она пробудилась в моем сердце? Это жадность. Вы сможете понять это? Когда у вас появятся большие проблемы в жизни, они не смогут вас обеспокоить. То есть никакие проблемы этого материального мира, никакие беспокойства этого мира не затронут вас. Никакие препятствия. Такая лоба, когда вы разовьете ее в сердце, любое количество проблем, объекты, которые вы собираетесь достигнуть, редки, очень редки. Тем не менее, нельзя оставлять усилия, сворачивая с пути. Так называемые преданные, так называемые рагануга преданные, если они, наверное, разбогатеют, то они смогут, они начнут с вами спорить. Шрила Бхакти Махарадж говорил, как те, кто сокрушается о потере незначительные рупии могут совершать рагануга баджан. Как такие личности могут совершать рупануга, рагануга баджан? По всему миру столько мусора. Гуру Кишорда Бабджи Махарадж говорит, все это мусор, кругом мусор. Таким образом, никто не остановит вас, не заставит сойти с пути рагануга баджана, но лобха должна быть искренней, настоящей, как в киртанах наши ачари пишут, Локанадас Госвами, Народам Дастакур, Бхактивинода Такур, все они пишут. Follow this kirtan you should do, no? Narottama Thakur kirtan.
Это киртан Нарадом Дас Такура. Нартум Дагур speaking. Нартум Такур говорит, почему я до сих пор не умер? Каков смысл в этой жизни? Почему жизнь не оставит меня? Каков смысл этой жизни? Нарадом Такур говорит, почему я не умру сейчас же? Каков смысл в моей жизни? Итак, кто-то может провозглашать себя рупануга преданным, но ему необходимо получить подтверждение от Сварупа Гасая. Каждый может себя называть рупануга преданным, но суть в том, получили ли они подтверждение от Сварупа Гасая, Бхактивинода Такура, Прабхупады, Кешава Гасая Махараджа. Если это произойдет, в таком случае мы поверим ему, в противном случае нет. Мы не будем его слушать. Порой наш Гурувар шутит. Шутит. Гуру Кишордас Бабджи Махарадж также говорил, цитировал это. Нет никакой истинной бабы, подлинной бабы у таких, у тех, кто... Как я слышал от Гуру Махараджа, кто там внутри комнаты? Ответ на этот вопрос. Я не ел бананы. Но вопрос заключается в том, что кто там в комнате, а сразу же отвечает ему, я не ел спелые бананы, я не ел. Гурупад Падма рассказывал эту историю и смеялся. Один пуджари очень жадный. Он пуджари в доме богатого человека, совершает там пуджу, но когда этот богатый домовладелец для пуджи предоставляет богатые подношения, спелые бананы и так далее, этот жадный пуджари ест прямо в комнате божеств. Он не может остановиться, только лишь зайдя в комнату божеств, он начинает есть прекрасные спелые бананы. Никто не может видеть его. А снаружи Заминдар спрашивает, то есть домовладелец спрашивает, кто там, потому что порой посторонние люди заходят туда, но пуджари кричит ему в ответ, что я не ем спелые бананы. Совершенно я не ем, вообще не ем никакие спелые бананы. То есть его ответ дает всем понять, что на самом деле он ест эти бананы и такого положения Рагануга Баджанага глупцов, обманщиков. Мы должны обманывать себя. Истинная бава должна... Это должна быть истинная бхава, мы должны обрести ее. Но если какое-то осквернение присутствует в нашей бхаве, это приравнивается к воровству. Рупа Госвами говорит, Рагануга Баджан
может быть исполнен двумя путями. Кришнадас Кавирадж Госвами упрощает, пишет на Бенгале. Для Рагануга преданных существует два пути: внешний и привязанность к служению. Наставление, которое дает Махапрабху Рагунат Дас Госвами. Однажды Саруп Гасай сказал: Рагунат боится тебя, он не может подойти к тебе, поговорить с тобой. То есть Саруп Гасай подходил вновь и вновь и говорил, что Рагунат хочет слышать от тебя Харикатху. Но и тогда Махапрабху ответил: я уже сказал, что ты его гуру. Я не знаю ничего, но в действительности Сваруп. Сваруп Гасай твой гуру. Если ты вновь и вновь повторяешь, что хочешь слушать от меня, говорит Махапрабху, ты должен слушать от Сваруп Гасай, потому что он твой гурудев. Если ты вообще хочешь слушать Харикатху от меня, послушай, что я говорю тебе сейчас. Это коренная формула Кришна Бхаджана. Махапрабху объясняет. Если вы хотите совершать бхаджан, вы не должны говорить никаких материальных слов, вещей. Не говорите ничего материального, никакой грамья катхи. Также не слушайте никакой материальной болтовни. Материалисты любят говорить на мирские темы, которые очень вкусны для нас. В настоящее время ситуация очень опасна. Повсюду в интернете, на Ютубе, молодые люди портят свои жизни. Конечно, можно все это использовать в правильном русле, но, тем не менее, это опасная ситуация, связанная со всеми доступными в наше время коммуникациями, интернетом и так далее. Сейчас очень много майи вокруг. Она распространена повсюду. Тем не менее, есть возможность совершать бхаджан. Рагунат Дас Госвами хотел слушать от Махапрабху Харикатху, и ответ был заключается в ответе заключается вся суть, то есть не слушай материального, не говори на мирские темы, не старайся наслаждать свой язык, что я хочу качори, парадхи и так далее. Все, что вы получаете под именем прасада, попытайтесь с полным удовлетворением это делать.
Также мы не должны носить роскошные одежды. Когда вы также не есть богатую пищу, то есть если вы будете есть богатую пищу, вы можете есть и делать это в своем доме, никто не увидит вас, но одеваясь красиво, одеваясь в богатые одежды, люди будут завидовать вам, это будет порождать зависть у окружающих. Необходимо находиться во Вриндаване умом и повторять святые имена. Это основополагающее правило Рупануга Баджана. Кришнадаская Раш Госвами говорит в отношении этого, что есть два процесса, внешний и внутренний, садана баджана. Внешне, в садакадехе, в саднадехе, мы слушаем киртан, шравана киртанам, но в уме мы должны понимать то, о чем говорилось выше. Автоматически вы поймете свою сиддха-сварупу. Необходимо в уме служить в соответствии со своей сиддха-дехой. Сахаджия. Неправильно интерпретирует слова Кришнадаса Раш Госвами, руководствуясь своими измышлениями. Они думают, что нужно... То есть Прабхупад говорит, это неправильное понимание. Шри Кришна Сева может быть совершена только в Пракрита Шарире, в трансцендентном теле. Обязанности Кришна Севы — это... То есть Кришна Сева возможна лишь в Апракрита Дехе, в трансцендентном теле. This body is not useful. Госвами Пад never wanted to guide you that way. Тело ваше бесполезно, Госвами Пад. То есть это неправильное понимание наставлений Госвами Пада, что как сахаджи, они представляют себя гопи, думают о себе как о гопи. Они с желанием наслаждения общаются с женщинами. То есть невозможно в материальном теле начать Кришна-бхаджан. Нет таких наставлений. Не дает такие наставления Кришнадаская Раш Госвами. Externally, word-to-word translation, if you like to feel, then it seems that Kishnadas Gaviya Goswami is going to advise you. Mentally, you can think some Gopiba, and day and night you can... То есть внешне может показаться, что Кришнадас... Not that. Bhavadva, not that. They have their gross body. They're there. So mentally, concocted that body, woman body, Gopi body, they are going to mix with that. Внешняя бхава или вымышленные идеи о том, что в материальном теле можно начать Кришна-бхаджан, то есть таких советов не содержится в писаниях Кришнадаса Кавираджа Госвами.
Внешне кажется, что Кришнадас Кавираджа Госвами дает совет нам в уме думать, чувствовать Гопи-бхаву, а день и ночь служить во Вриндаване. Но Прабхупад объясняет, что это не так. Он говорит, что есть грубое и тонкое тело. Как возможно с помощью грубого и тонкого тела вовлечься в апракрита севу? Как можно совершать ее? Как можно совершать апракрита служение в материальном теле? And last writing, Tabo alpo spurti pai, Ugra tapo dure jai, Linga bhango haya nayasi. Those idiots, they like to ignore. They like to ignore. И эти глупцы хотят закрыть глаза на советы Бхактивинода Такура. Харинам Прабху поет Бхактивинода Такура. Если по невероятной удаче он проснется в моем сердце, тогда уйдет это ужасное положение, в котором я нахожусь сейчас. Это боль. Грубое тело. Коренная причина рождения и смертей. Можете ли вы сломать линга-шарир? Кто из вас может это сделать? Если вы не можете этого сделать, как вы можете утверждать, что вы пригодны к Рупануга Бхаджану? Бхактивинода Такур говорит, необходимо. То есть необходимо повторить харинам с полным почтением. Если вы хотите достигнуть успеха, конечный совет Бхактивинода Такура, конечное наставление, примите прибежище у харинама, прибежище. Не просто так, что я что-то буду повторять, а настоящее прибежище. Так что такое умонастроение должно быть, что я не могу жить без харинама. Таким образом нужно принять харинам. Вначале Прабхупад говорит, что вы не сможете получить никаких результатов, потому что вы постоянно, в бесконечной жизни были преисполнены материальными идеями, но вы должны продолжать. Вначале нет возможности для вас достичь успеха. Ум будет тут и там, будет блуждать повсюду, чувства будут толкать вас на глупые дела. Но, тем не менее, с полным почтением необходимо продолжать практику. Вначале вы будете видеть, что вы повторяете харинам. То есть громко нужно повторять харинам. С полным произношением, то есть произнося каждый звук громко. Прабхупад говорит, если мы повторяем громко, люди, которые скептично относятся к вам, они могут подшучивать над вами, если вы будете громко повторять, тем не менее вы не должны обращать на них внимание и продолжать повторение.
отправляйтесь и повторяйте харинам, говорит Прабхупад. Если у вас есть настроение севы, служения, если у вас есть терпение, очень скоро вы обнаружите успех, что вы, к вам приходит успех, вы продвинетесь. Итак, Прабхупад говорит, есть две составляющие саданы, объясняет Кришнадас Кавираджа Госвами. Первое — это внешнее, при помощи внешнего тела, а также внутренний баджан. Внешне мы можем слушать шраван, то есть совершать шраванам киртанам с полным настроением служения, а в уме мы должны постоянно думать о Вриндаване, о Браджавасе. О том Браджаваси, служение которого вам близко. День и ночь, безостановочно. Постарайтесь удовлетворить Радха Говинду. Пытайтесь постоянно удовлетворить Радху Говинду. Прабхупад говорит, когда такие искренние усилия будут, преданный будет проявлять, автоматически он почувствует изменения в сердце, в теле. Прабхупад говорит, когда он растит колоссальное желание служения, удовлетворить Радха Говинду, а Пракрита Шарир, если кто-то будет совершать Апракрита Севу, внешне проявятся симптомы этого. Когда внутренне кто-то, то есть внешне автоматически проявляются симптомы внутреннего баджана. В таком случае вы можете определить, как мы видели на примере Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, время от времени его настроение менялось, переменялось. Также Шрила Шридхар Госвами Махарадж. Мы не хотим болтать а Рупа Нога Рога Нога Баджани. У нас нет на это время. Шрути все наши материальные усилия, любые материальные звуки Араса Лили, Радхи, Кришне, то есть люди, которые обладают свободой, они могут делать все, что угодно, но это еще не говорит о том, что они являются рупа-нога бхактами. Шрути говорят, что материальные вещи не могут достигнуть абсолютную истину. Сахаджия, никогда не смогут обрести шанс, возможность. Чидвасту, чинмай васту невозможно почувствовать материальным телом, глазами. Он никогда не может быть прочувствован с помощью мирских органов чувств и ума.
বাকি তো গোচর নয়, ইউ ফরগেট সাহাজিয়া, বাই সাহাজিয়া ইউ ফরগেট দিস পয়েন্ট, বাই সাহাজিয়া ইউ ফরগেট দিস পয়েন্ট, ইউ মিস দিস পয়েন্ট, আই থিঙ্ক ইউ নেভার হার্ড, ইউ অনলি রানিং টুয়ার্ডস ইউ নো রাধা গোবিন্দ উইথ গোপী ভাব, মেন্টালি কনকোর টু গোপী ভাব, ইউ নেভার হার্ড, অপ্রাকৃত বস্তু কভু প্রাকৃত গোচর নয়। Мы можем попытаться понять настроение Радхарани. На Курукшетре она говорит: когда ум и сердце становятся едиными и испытывают одну и ту же бхаву, то есть сердце и ум должны быть неотличными, едиными, неотличными друг от друга. Если вы не глупец, вы сможете понять, что говорит Радхарани, наша высочайшая ачария, что то, что в сердце, то есть не должно быть никакого лицемерия, никакой двойственности. Радхарани говорит, что в моем уме нет места ни для чего, ни для чего, кроме лотосных стоп Кришны. Она говорит: о Кришна, в моем уме нет места для материальных вещей. Ум мой — это Вриндаван. Так, как будто бы ум превратился во Вриндаван. Ум мой и Вриндаван едины. Нет лишних друг от друга. С помощью этих слов вы должны понять, что есть материальный ум и что есть трансцендентный ум. Если у вас есть настроение служения, во время повторения Харинама вы почувствуете, как я уже говорил, Прабхупад говорит, что если ученик видит, видит в своем сердце Гурудева, значит, он подлинный ученик. Подлинный ученик очень четко чувствует в своем сердце каждое деяние, каждое действие своего Гурудева. И в таком случае возможно повторять настоящий Харинам. Вы не можете намеренно, то есть кто-то утверждает, что Бхактивинода Тхакур сказал, он написал 11 видов бхавы. Все касаемо трансцендентного тело, то есть какого вида служения, какого вида одежды, окружения, 11 видов Экадаши Бхава Бхактивинода Тхакур описал в Харинама Чинтамане. Прежде всего Шравана Даса, затем Парана Даса, Смарана Даса. И Варанадаса,
говорит о том, что это перенимается от Гурудева, возможно, во сне, но не как-то преднамеренно. Бхактивинода Тхакур пишет в своем киртане, что необходимо попытаться обрести качество. Он поет в своем киртане: «О Сахаджия, не пытайся встать на путь. Ты никогда не пытался встать на путь совершенного баджана, совершать санкиртану садусангу. Ты никогда не получал возможность стать на путь истинного баджана. Ты не совершаешь чистым образом садусангу, санкиртану. Никогда у тебя не было. Ты хочешь, не забираясь постепенно на дерево, ты хочешь запрыгнуть туда. Ты не хочешь претерпевать трудности в поднимании на дерево, ты лишь хочешь срывать плоды с дерева. И в конце концов ты получишь лишь плохие результаты. А Пракрита Кришна Према невероятно чиста. В материальном мире это практически недостижимо. А ты хочешь обмануть самого себя и под именем Рупануга Рагануга Баджана ты совершаешь неблагочестивые дела. То есть прежде всего необходимо обрести адхикар. Прежде всего, попытайся обрести право. Бхактивинода Тхакур пишет: то есть не нужно спорить со мной, это пишет сам Бхактивинода Тхакур. Итак, необходимо пытаться продвигаться вперед, выше и выше, и помнить, хранить в уме наставления Рупы Госвами Пада, Санатана Госвами Пада, Бхактивинода Тхакура, Прабхупады, всей нашей Гуру Варги, Шридхара Госвами Махараджа, Кешава Госвами Махараджа. И мы должны понимать, что рано или поздно мы достигнем то, к чему стремимся. Но кто может, у кого есть достаточно энергии, чтобы следовать всему этому? Чтобы понять, кто есть. Чтобы понять, у кого есть право. То есть многие моменты я сейчас не могу раскрывать. Последние дни я не мог говорить должным образом. Пожалуйста, простите меня. Что поделать? Чтобы у меня было тапасья, видхи, образование, квалификация, которые я могу обладать, отречение, которое вы можете во мне увидеть. Каков смысл в этом? Каков смысл во всех этих вещах, если ум мой похищен Йошит Сангой? Это очень важные вещи. Стривириджасо манухритам.
Ум мой похищен Йошит, Пратиштхой, камень неконченным. И что я могу поделать с этим ложным, фальшивым умом, как я могу достичь успеха? Кинг виддая, кинг тапаса, кинг тагена сутенова, кинг бибиктена маунена, стривир ясо ману хритам. Таннама рупа чаритади сукиртанану, смритва камена расана манасини аджо. Тишчана бхаджета дунураги джананугами, калам наед ахилам ити йоподеса сарам. Банча калпатурвасика пасиндабхач, патитанан павану бхавишна бьонаму.